И возвращаясь к теме узбекско-венгерского сотрудничества. В столице состоялось 5-е заседание узбекско-венгерской межправительственной комиссии наших стран. Какие цели и задачи были озвучены в ходе этого мероприятия, а также о налаживании тесных контактов на организованном бизнес-форуме, расскажет наш корреспондент. Между нашими странами имеется опыт сотрудничества в разных сферах. Значительный опыт накопился в банковской системе. В частности, в 2019 году в Узбекистан совместно с Агробанком поставили венгерские банкоматы на сумму 15 миллионов долларов. Надеемся на расширение взаимосвязи в таком темпе. И это лишь один пример плодотворного двустороннего сотрудничества. Еще одна цифра. По итогам 2019 года товарооборот составил 71 миллион долларов. Показатель пока скромный, но его планируют повысить. Отметили, имеется колоссальный потенциал для взаимной торговли. Усилить двусторонний торговый оборот намерены посредством открытия торговых домов, организации взаимных торговых миссий, обмен перечнями перспективной продукции для поставки в Узбекистан и Венгрию. А подписание учредительного договора о создании узбекско-венгерского торгового дома – один из первостепенных шагов. Сдвигов увеличения объема взаимной торговли послужит и поддержка Венгрии в вопросе скорейшего применения льготной тарифной системы Европейского союза GSP+ в отношении Узбекистана. По итогам форума стороны подписали ряд двусторонних документов в сфере сельского хозяйства, а также соглашение о сотрудничестве и предоставлении межбанковского финансирования. Договорились и об открытии филиала Дебреценского университета в Ташкенте.